6 лет лишения свободы. Именно такой срок будет отбывать в колонии поселения мужчина, который сбил 14-летнюю девочку в Новоталицах. Ивановской межрайонной прокуратуре поддержано государственное обвинение по данному уголовному делу. Напомним, 28 мая этого года Ивановец в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Mazda, совершил наезд на школьницу на пешеходном переходе. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. Водитель скрылся, но позже его задержали сотрудники полиции. Следует заметить, ранее мужчина уже был осужден за ДТП со смертельным исходом. Приговором Ивановского районного суда мужчина осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии поселения с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 8 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.